Я врач-оториноларинголог консультативно-диагностического отделения 17-й городской клинической больницы. Я врач-терапевт, гастроэнтеролог 17-й городской больницы. Я врач высшей категории ультразвуковой диагностики городской клинической больницы номер 17. Я заведующий отделением урологии городской клинической больницы номер 17, кандидат медицинских наук. Я клинический руководитель хирургического отделения городской клинической больницы номер 17. Ассаламу алейкум, хурматли ватандошлар! Bir necha oy oldin biz UzMed xizmati haqida ma'lumot berganmiz. Bu xizmat asosida mehnat muhojirlar Moskvada va boshqa shaharlarda tibbiy yordam haqida ma'lumot olish mumkin. Hoshiyo yerdan video chiqadi, ko'rmagan bo'lsanglar ko'ringlar. UzMed xizmati bu Rossiyadagi mehnat muhojirlarga tibbiy markazlar haqida ma'lumot yetkazish xizmati. Bu xizmat orqali siz Rossiyaning bir nechta tibbiy markazlariga, kasalxonalariga yozilishga imkoniyatingiz bo'ladi. Birinchi bosqichda biz faoliyatimizni Moskva shahridan boshlaymiz va birinchi bo'lib men sizlarga Moskvani 17-chi raqamli kasalxonasini taqdim etaman. Здравствуйте, меня зовут Балякина Дарья Романовна, я врач-оториноларинголог консультативно-диагностического отделения 17-й городской клинической больницы. В нашей больнице осуществляется амбулаторный прием с острыми заболеваниями уха, горла, носа и хроническими. Хронические заболевания мы лечим также хирургическим путем, в частности, заболевания полости носа и глотки. Уважаемые трудовые мигранты, если вам необходима помощь лор-врача, вы можете записаться на амбулаторный прием по номеру телефона, указанным на экране. Добрый день! Я врач-терапевт, гастроэнтеролог 17-й городской больницы Швекина Ольга Юрьевна. Провожу лечение и диагностику заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, органов брюшной полости, таких как желудок, поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, кишечник. При первичном осмотре провожу осмотр кожных покровов пациента, пальпацию живота, измерение артериального давления, слушаю сердце, легкие. Назначаю необходимые обследования и по результатам обследований назначаю лечение. При появлении таких симптомов заболевания, как затянувшийся кашель с мокротой или без мокроты, при появлении повышения артериального давления, головные боли, сердцебиение, одышка при ходьбе, боли в животе, вам необходимо обратиться к врачу. Для записи на прием вы можете написать нам на мессенджер, Telegram, WhatsApp, Viber по данному номеру телефона. Здравствуйте, меня зовут Юлия Ивановна Балухина. Я врач высшей категории ультразвуковой диагностики городской клинической больницы номер 17. Я провожу такие исследования, как ультразвуковое исследование брюшной полости, УЗИ сердца, УЗИ сосудов нижних конечностей, УЗИ сосудов верхних конечностей, УЗИ щитовидной железы, УЗИ лимфатических узлов, УЗИ органов малого таза у женщин и УЗИ органов малого таза у мужчин. Уважаемые трудовые мигранты, если вы хотите записаться к нам на прием, то вы можете это сделать по номеру, который указан на экране, или написать нам по этому же номеру в WhatsApp, Telegram или Viber. Обращайтесь к нам, мы будем очень рады видеть вас. Меня зовут Накрышская Марина Григорьевна. Я врач высшей категории, заведующая отделением городской клинической больницы номер 17. В нашем отделении мы оказываем помощь пациенткам с любыми гинекологическими заболеваниями. Наши преимущества – это высококвалифицированные специалисты, новейшее оборудование, применение очень качественных материалов в нашей работе, а также короткий операционный период, потому что большинство операций мы выполняем эндоскопическим доступом. Вы можете всегда записаться к нам по номеру телефона, указанному на экране, а также в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram по тому же номеру. Уважаемые трудовые мигранты, в городской клинической больнице номер 17 вы можете получить квалифицированную стоматологическую помощь, качественными материалами на новейшем современном оборудовании. Записаться на прием вы можете по телефону, представленному на экране, или отправить сообщение на мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram. Здравствуйте, меня зовут Притык Антон Андреевич. Я заведующий отделением урологии городской клинической больницы номер 17, кандидат медицинских наук. В нашем отделении мы занимаемся всем спектром урологических заболеваний. Мы занимаемся проблемами мочекаменной болезни, лечением доброкачественной диплазии, предстательной железы, проблемами бесплодия, эстетической хирургии у мужчин.
Мы в своем распоряжении имеем самое последнее медицинское оборудование, эндоскопические технологии и активно применяем лазерные технологии при лечении мочекаменной болезни. В нашей клинике практически не выполняются открытых операций. Все операции малоинвазивны, нетравматичны. Пациенты после наших операций выписываются на вторые и третьи сутки. Вы можете записаться к нам на прием по номеру телефона, указанному на экране, либо в мессенджерах, WhatsApp, Telegram или Viber. Уважаемые трудовые мигранты, зовут меня Шабрин Алексей Валерьевич. Я являюсь доцентом кафедры госпитальной хирургии номер 2 РНИМУ имени Пирогова. Кроме этого, я клинический руководитель хирургического отделения городской клинической больницы номер 17. На базе хирургического отделения мы предлагаем и выполняем высокотехнологичные медицинские хирургические вмешательства на брюшной полости, такие как грыжи брюшной стенки, язвенные болезни, желчекаменные болезни, все, что связано с патологией органов брюшной полости, желудочно-кишечного тракта, тонкой кишки, толстой кишки. Записаться ко мне на прием можно по телефонам, указанных на вашем экране. Кроме этого, можно воспользоваться телеграм-каналом, WhatsApp и Viber.